тщательный осмотр емкости, и тара отправляется на конвейер производства бутилированной воды. Здесь бутыли проходят 9 степеней очистки, и только после этого их наполняют артезианской водой, которую добывают с глубины 180 метров. Вода также преодолевает множество этапов фильтрации и обработки. Сначала проходит грубую фильтрацию, так назовем, да, это сорбета АЭС, МС и угольные фильтра. Дальше вода попадает в накопительную емкость, откуда попадает на установку обратного осмоса, где также она дополнительно обрабатывается, убираются все, если они есть, загрязнения. Только после этого жидкость смешивается и проходит озонирование, то есть этап, в котором через окисление озоном уничтожают все бактерии. И вот только теперь вода готова к розливу. Этому опытному предприятию в Сходне больше 20 лет. Представители муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» совместно с депутатами посетили цех, чтобы обсудить перспективы развития производства и рассказать о мерах поддержки. Это предприятие замечательно тем, что оно находится у нас в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Здесь же находится скважина с питьевой водой, откуда она поступает в цех, где, соответственно, весь процесс водоподготовки и бутилирования происходит. Всего на предприятии в Сходне используются 4 местные скважины. И эта вода пользуется большим спросом у химчан. По словам генерального директора производства, начинали они свой путь всего со 100 бутылок в день. Сейчас же цех изготавливает 450 бутылок в час и в среднем 3000 за смену. И останавливаться на достигнутом не собираются. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.